В Ярославль из Архангельска можно будет добраться на самолете. Авиасообщение между городами планируют открыть с августа. Как сообщает информагентство yarnews.net, в 2015 году билет из Ярославля в Архангельск будет стоить примерно 4 500 рублей. Возможно, небольшие изменения цены. Самолеты будут летать из ярославского аэропорта Тунашна. Первый рейс назначен на 1 августа.